Внезапно налетевший ураган ломал деревья, шифером плевался. Железо пучило, стреляло, как наган. Исчезли все инструкции о галсах. Все в поднебесном и в надводном, все. Горизонтально ринулось и билось. Казалось, что и голову снесет. Тряслись и напрягались шеи жилы. Трассирующих листьев и сучков не замечает сход зверьё и птицы. Все притаилось, скрылось, пав ничком. Учились заново создателю молиться. А взрыва молнии расплескала тьму и тишину, крушила в грохотании. Потомки выживших сомнительно поймут, что так же судный день всему настанет. Прижались неслухи, зажмурились зенки, укрытие ищат, полноводье. Порывы бури, пьяные пинки, со всех сторон охаживали плотно. Мы, христиане, с детским табунком сумели под навесом принакрыться. Молились искренне, хотя и в горле ком, расщебетались в пении, как птицы. Чем громче гром неистово творил, тем гуще струи резали кинжалом. Но распластал над нами пару крыл наш дирижер, как бы в ночной пижаме. О лагере мы пели, о костре, гимн российский маялся с испугу. Ритм ускорялся струями быстрее, лишь успевали шевелиться губы. Тем и запомнился чудесный ураган, как усмиряющая Божия узда. Себя за прошлое в слезах пришлось ругать и благодарность Богу в бане созидать. 28 июня 2008 года.